Экономим, придется набирать вот так воду. Ничего, приходится жить. Выживать надо. Жители города Тобол и села Заречное установившейся жаркой погоде не рады, причем так происходит уже несколько лет. Связано это с тем, что с наступлением тепла в этих населенных пунктах воду дают исключительно по часам, отключая на всю ночь и на 7 часов днем. В те часы, когда вода есть, бежит она слабым напором. У нас есть Затобольский групповой водопровод, где на балансе у нас стоят скважины. Все скважины работают в штатном режиме. Все скважины работают в штатном режиме, на максимальном уровне, как она работает. Просто тот дебет, который мы достаем с недр земли, его физически не хватает на потребление для населения. Потребление за последние дни увеличилось на 40%, говорит Фамил Курбанов. Зимой проблем с водой нет, ее хватает, а летом люди поливают огороды, так как технической воды для полива в Тоболе нет. Проблемы начались у тоболчан после строительства домов в микрорайоне Северный. Количество абонентов увеличилось, а вот воды в скважинах больше не стало. Чтобы решить вопрос с дефицитом воды, в 2021 году начали строительство соединительного водовода. Воду заведут из Кустаная в Заречное. Таким образом, если село отсоединят от Тобола, воды городу хватит. Согласно соединительного водопровода графика производства работ соединения улицы Каирбекова и села Заречное, то есть КВ Заречное для запитки и села Заречное, а на следующий день у нас получается вся трасса под давлением находится. Остались кое-какие технические моменты, промывка, дезинфекция, и то есть подадим воду уже непосредственно в резервуары для подачи воды абонентам. То есть до 1 июня это произойдет? Да, да. Представитель подрядной организации уверяет, проблема, существующая не один год, наконец-то закроется. То есть пользоваться водой по графику тоболчанам и зареченцам придется всего неделю. По графику производственных работ до 1 июня подрядная организация обязуется завершить работы по подводу питьевой воды от города Кустаная до села Заречное. В противном случае в рамках действующего законодательства Республики Казахстан подрядной организации будут приняты меры. Также воду ждут и жители села Октябрьское. После подключения Заречного подрядная организация продолжит строительство водовода, благодаря которому запитают и это село. Валерий Тощев, Яна Гала, РТН, Кустанайский район.